Друзья мои, как вы готовите, например, мясо в духовом шкафу? Наверное, в прошлой жизни или просто вы использовали, знаешь, как вот такую большую форму для выпечки. Форму для выпечки. Друзья мои, вы покупали отдельно и тратили деньги. Мы предлагаем вашему вниманию и кардинально изменить вашу кулинарную жизнь, потому что наш набор посуды, а это 17 предметов, можно отправлять в духовой шкаф, использовать на всех видах плит, и только сегодня вы заказываете и получаете выгодное предложение. И получаете главную выгоду. Итак, внимание, это специальное предложение дня. Мы готовили с вами в сотейнике, а сотейник поставили в духовку и получили вкуснейшее ароматное мясо с овощами. Вы посмотрите, такого в обычной форме для выпечки получить очень сложно. Тем более, что у нас получается, что сковорода, сотейник играет роль и формы для выпечки. И сотейник, и сковородка. Но сначала смотрим, Оля, результат. Ты посмотри, идеальный сок у нас именно внутри. Буквально через минуту я расскажу, как мы это достигли, потому что это профессиональный набор посуды идеального качества из 17 предметов. И, Оль, давай сейчас расскажем нашим телезрителям, что они получают. И получаете вы сразу полный набор 17 предметов за 4999 рублей. Экономия 2200 рублей. Завтра набор будет стоить уже почти 7200. Зачем завтра переплачивать? Зачем вообще бегать по магазинам и что-то искать? Совершенно. Давайте знакомиться с полным набором. Итак, внимание, самая большая кастрюля объемом 6,5 литров нужна для приготовления щей, борщей, закваски капусты. Можно томить абсолютно различные моченые яблоки, делать консервацию и так далее. Кастрюля объемом сколько? Правильно, чуть больше 3 литров. 3,9 литров понадобится нам для приготовления гарниров, отварки макарон и так далее. Следующая кастрюля объемом 2,9 литра для приготовления сочных вкусных каш, приготовления гарниров также. Следующая маленькая кастрюля, я ее называю ковш, для, внимания, пригодится вам для приготовления соуса 2,1 объем и для приготовления завтраков. Сковородка, сотейник диаметром 24 сантиметра. Она же форма для выпечки, она же сотейник, она же сковородка. Это полный набор, это выгода, это эксклюзив. Совершенно верно. А теперь пойдемте со мной. Мы сейчас будем разбираться. Главное преимущество нашего набора – это, внимание, терморегуляция. Друзья мои, смотрите, мы подготовили ваш набор и наш. Мы готовим здесь кашу. Смотрите, в прямом эфире я показываю. Смотрите. Это наша каша, и она абсолютно не пригорела. А смотрите, что происходит с вашей кастрюлей, потому что здесь неправильная теплопроводность, и благодаря неправильному дну здесь каша пригорает. В нашем не пригорает, здесь пригорает. Давайте посмотрим, как устроено. Равномерное распределение тепла у терморегуляции идет правильно у нашей посуды. Обычная посуда, она, как правило, всегда пригорает то с одной стороны, то с другой. Наша посуда закипает на 30% быстрее, чем обычная. Следующее главное достоинство – это эффект настоящего глиняного горшка. Теперь посмотрите. Мы сейчас готовим что? Перчики фаршированные. Они у нас равномерно готовятся идеально. А ты знаешь, почему у меня я именно готовлю перцы? И почему у меня именно получается очень хорошо? Слушай, а почему ты, кстати, выбрал очень крупные перцы? Они у тебя полные, зафаршированы мясом с рисом. Так. Ну, а ты знаешь, у меня к тебе такой вопрос. Дай совет, как нам получить идеальный результат? Во-первых, нужно идеальную посуду, которая позволяет готовить любые кисло-сладкие блюда, а именно, например, вот такой вот перец в кисло-сладком соусе украинском, потому что здесь сталь 18/10, она никогда не окисляет продукт, который вы готовите. Готовьте с удовольствием на наборе посуды, и это не простой набор, ведь это, во-первых, полноценный набор шеф-повара из нержавеющей стали. Что мне хромо-никелевая сталь, 18% хрома, 10% никеля. Хром дает нам нержавейку, то есть никогда не заржавеет, а 10% никеля – это блеск.
Это посуда, которая будет всегда блистать на вашей кухне, потому что сталь 18/10 используется только в высшей области кулинарии. Раньше чаще всего мы гонялись, когда работали поварами, именно за такой посудой. Теперь она наконец-то стала доступной вам. А еще ее применяют, ты рассказывал, в медицине? Да, она применяется используется в медицине, в кораблестроении и авиастроении. Поэтому это такая отрасль, которая очень важна. Давайте теперь поговорим еще о достоинствах. Мы рассмотрели терморегуляцию, мы рассмотрели, что это комплектация, мы рассмотрели сталь 18/10. Теперь я хочу поговорить о пятислойном термоаккумулирующем капсульном дне. И как ни страти, я хочу показать вам именно вот на борще, как я это готовил. Когда мы готовим борщ, мы создаем эффект томления. Если мы это готовим на обычной посуде, то у нас борщ теряет свет. Что происходит именно с пятислойным термоаккумулирующим капсульным дном, которое устроено в нашей посуде? Здесь весь свет остается идеальный. А значит, друзья мои, ваше блюдо будет намного вкуснее и лучше получаться. И, конечно же, оно будет еще и абсолютно, абсолютно приятным на вкус. Давайте будем готовить так, чтобы наши домочадцы бежали на кухню и говорили: мамочка, ну уже можно, ну уже готово. Так хочется вкусно поесть, потому что ароматы вызывают аппетит. Ну, слушайте, а теперь давайте разбираться. Все-таки необычное дно. Да, пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно. Давайте сейчас посмотрим, как оно устроено. Первый слой у нас идет из нержавеющей стали, второй слой идет из алюминия. Последовательно идут друг за другом эти два материала. Когда они сочетаются друг с другом, получается идеальный результат. А именно, у вас эффект настоящего томления. У вас не получится такое, что перцы переварились или, допустим, борщ расквасился, потерял в цвете. То есть вот благодаря этому дну у вас получается идеально. Но обычно какое дно? Ну вот обычно мы сейчас просто будем... Ты разрезал, что? Да, я разрезал эту кастрюлю. Давайте просто посмотрим. Смотрите, я хочу просто показать обыкновенную кастрюлю, которую я взял. Так. Посмотрите, толщина этой кастрюли всего лишь, внимание, ну, где-то примерно 5 миллиметров. В качестве примера я беру нашу кастрюлю. Толщина нашего дна 1 сантиметр 8 миллиметров. Почти 2. В два раза толще. Она подходит для всех видов плит. То есть эту мы выбрасываем, а эту оставляем. Подходит для всех видов плит, включая индукцию. Это в качестве магнита. Это магнит? Да, равномерно распределяем. Итак, несколько преимуществ. Это полная комплектация из 17 предметов. Раз. Второе. То, что сталь 18/10, это... она безопасна для вашего здоровья. Имеет пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно и качественная терморегуляция. И подарок! Забирайте сейчас и для себя, и для близких.